Сегодня 31 мая. Среда. А, да, среда. Погода наконец-то испортилась. Ну нет, она на конце концов наладилась. Дождик перестал. Ну, я имею в виду пасмурно, прохладно. А это лучше, чем жарко. Ну, тоже верно. Вот такой вот у нас хмурый денек. Хмурый денек. Но нас это не пугает. И ни хера не останавливает. Поэтому сейчас будем потихоньку собираться. Или быстро собираться. Причапываем на речку. Вот так вот. А то бережу. Ну вот, мужики. Не стали ничего ждать, ни в какие лодки залезать. Тупо взяли спиннинги. И бегом, бегом, бегом закидывать все. Вот такой сегодня день. Прекрасный, первый раз на реке первый день. Андрей Викторович уже вытащил небольшую щучку. Я ему шанс до переката дал. Сработал он, бердошка. Как анбердоги ловят. Мишка анбердошку разловил. Ну, не знаю, что... Да, снимаю. Вот тут островок. Саня пытается хариуса найти. Да. Мы тут перекусили, причалили. Да? Тоже классно. Мишаня! Заходи, друг, козырный. Процесс мужиков, горелочка, кастрюлька. Что тут 4 стопки, я вот не понимаю, а как бы вообще. Не знаю, да. Откуда взялись-то? Да. Стопки для этого. Для чая. Для чая, да. У нас второго котелка нет. Пока так.
Вот мы покушали. Удивительное дело. Но настроение поднялось просто в геометрической пропорции, наверное, по отношению к прогрессии, по отношению к пойманной рыбе. Что сказал, сам не понял. Богатый русский язык. Да, было очень умно и мудрено. Да. Вот кратко, по отношению к прогрессии. А кто не понял, идите в школу учитесь. Да. Или к нам на Нелингу, добро пожаловать. Вне клёв. Сейчас нас ступит и берег. И разберем. Ну наконец-то, мать ее. Хоть кто-то. А медведь убегал вон туда, где-то сюда. Куда-то тут убегал медведь. Это у нас алкоголь так. Андрюха, это на что ловит? Такого же, да? А, ну да. Старого гвардейца. А ну давай что-нибудь другого поставлю тоже. Людей выходит что-то. Надо же понимать, что мы же больше сюда не приедем. А
Виталик обловился. Обловился, да, общукарился, все, молодец. Сейчас наконец-то! Да, не прошло и полгода. Что будем ложить-то? Сейчас им положим. У нас остановка по поводу удачной поклевки. Да. По поводу неудачной. Да. Да. Ну кто-то да, промахнулся, да. Да. Бывает. Что теперь будет у меня? Каждый может ошибиться. Каждый право и... имеет право. Да, на то, что, слева, на то, что ловится да. слева и на то, что ловится справа. Да, была дура. Да, штука была справа, пацак слева. Помощник спереди, а рыба сзади. Все. Я видел такую, когда мы... Молодец, там отпустил. Молодец. Господа, я предлагаю... Бахнуть? За бубенчик. Это хороший... Ну, сейчас подожди, Мишаня. Мишаня тоже такую же поймает. Корабль прямо... Лошара. Это третья штука уже. Я первая это вообще бы не обратил. У меня их тоже три. У меня такое бревно было первое, блин, это капец. Доска была. Доска. Да, мы. Стегайтесь, да. Давай, Санька, молодец. Санек, здоровья. Подожди сейчас. Человек, видишь, деревяшку рассматривает, все любуется. Это Нелинга, братья. На, брат. Понесли вам зад ее. Спасибо вам, Санек. Победой, с победой. Тихо, не ругаемся. Больше иди. Не мотай. Больше не мотай, просто подтаскивай. Подтаскивай. Подтаскивай, подтаскивай, она держится за то, что держится. Пустой проход, нормальный проход. За патент, процент себе я возьму, Виталя. Импотент? Кто у нас не импотент? Да. Ну я лично не знаю, как. Ну открыли, открыли-то вы эти воблеры благодаря мне. Все. Вот эти. Вот. Вот это удивительно. Потому что с прохода всегда что-то вот такими вот ловилось, такими вот этими. А тут ни хрена вообще. Этот проход бывает вообще ничего не дает. То, что он дал, дал Михалычу, это. Зависит от настроения. Это счастье. Сейчас настроение всех хорошее. А, ну да, кстати. Ну, потому что уже никто не обращает внимания. Добрый, Виталик, поверни сюда. Палочка. Вы все налито? Есть палочка? Мы все, ну, тут самое готово. Там и... Его ничего не смогу держать. О, Саня, да, благодарствую. Давайте, поздравляйте меня, поздравляйте. Давай, Михалыч, ты лучший, ты молодец. Я тебя потом поцелую. Иди сюда. А сама обращай взяну меня. Щука есть. Кто поймает щуку первым? Кто тут поймает щуку? Тут есть щука. Да, хотелось бы, чтобы все было хорошо. Главное, что я сказал, что щука здесь есть, и все, а вы как хотите. Все приходится делать самому.
Да. А там такой, во. Ну, извини, отпускаем тебя. Все. Мы тоже. Че, Саш? Да. Он ее отпустил. Вот она. Сейчас встанем, давай. Очумелая, он плывет. Ну-ка давай, сваливай. Там? Не захотел. Мишка тащит, улыбается, что-то ему нравится. Опа, выход был. У меня тоже была. Они там с музыкой нихрена не слышат. Почему все? И мне тоже? Не успела, бежит, бежит, бежит и промахивается. Последних сил. Спасай. Небольшая, поэтому как бы типа. Можешь. Ты тихонько не крути, быстро таки все. Все. Теперь на тот берег. Там в быстринку, вправо, 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 туда, в протоку, откуда мы могли бы. Во.
что-то приснулось там, да? Нет, сколько шевелится, они сами по себе шевелятся. Ну красиво, да, красиво. Я снимаю, снимаю. Там, да. Там тоже должна быть. Не должна быть. Да. На входе. На выходе. В ходе. Я проведу здесь. Странно, почему здесь никто не попался, никому. Вот вы и сами сели, и нас не пропустили, блин. Кто-то много ест, блин. Ладно, ладно. Вот так, с риском. Все будет хорошо. Профессионально. Он всегда этим занимается здесь. Где моя эта? Фигня-то. А вот тут бы сейчас схватило бы. И куда мы с ней? Предупрежден, вооружен. На
большую такую рыбу. Нам нужен пол. Тутти-фрутти. Она ждала, когда ты ее столкнешь. Или брала, или показал? Уж там какая-то коряшка, которая изображает. Значит, там есть какая-то мелочь. Мы его рассмотрим в первом чтении. Но потом. Они просто хотели вот здесь поймать щуку быстрее нас. Я это знаю.
Там вон за каменной грядой стоит маленькая щука. Когда-то да. Сейчас у нас будет касание. Рудочками же стоит. А, ну ладно. Ты хочешь взять удочку еще посидеть? До точки. Здесь, конечно, товарищ, который получает офигенное удовольствие от того, что он ловит мелочь на удочку. Блин, спинка. Ой-ой-ой. Оп! Я тебя сюда звал. Давай под сак, ты не мучайся никак. Вот она здесь и была. Виталя учит. Три штуки замочил сегодня. Я сейчас сижу и вспоминаю. Так это была граница, да. Край. Безбожный край. Поехали, отдадим ему и домой. Заканчивается наша рыбалка. Мишаня, ты должен там стоять и ждать нас. Так, где там удочки, которые надо нести? Иди за мною, пилигрим. Какое-то время, да. Какое-то время я с усами. Thank you.
Вот. День закончился он сегодня. 7 щучек поймали. Кавандрушек, к сожалению, ушла очень серьезная. Мы ее видели. Но она наш выбор не одобрила. Бывает, да. Возвращаемся домой сейчас. Сейчас еще по-прежнему среда, 31 мая. Никто, кроме нас.